А сейчас мы заходим в замок Бель. Видишь, это зал, где они с чудовищем танцевали. Поймаю сейчас. Давай я буду акулой и буду вас ловить. Давай. Давай, ты будешь маленьким Немо. Ребята, всем привет! Вы на канале «Маленький Мисс». Меня зовут София. И сегодня мы едем развлекаться до Гоу-центр. Друзья, всем большой привет! Сегодня суббота, и мы едем с папой Софишкой развлекаться в торговый центр «Вавилон». Да. Сегодня такой солнечный день! Ура! Ура! Замечательно! Даже вот в камеру слепит солнышко. И у нас играет Брайан Адамс, которого мы просто обожаем. Он очень крутой! Друзья, всем желаем удачных выходных! Наслаждайтесь солнышком и выходите быстрее на улицу гулять, правда? Диана, маленькая мисс, вот она. Пойдемте скорее. Мы здесь нашли вот такой вот мини-магазинчик с американскими сладостями, с разными вкусняшками. О, это унитазик, да. Тоже какой-то кисленький, наверное. Разные вкусы, яблочко, ежевичка. Давай возьмем унитаз. Унитаз такой хочешь? Да. Так он кислый, София. Нет, нет. А это нет. Интересно, что? Берешь чупа-чупс. И что? Макаешь порошочек и пробуешь. Думаешь? Да. Ну давай, возьмем. Пойдемте дальше. Друзья, мы здесь нашли вот такой крутой магазин игрушек. Мы в нем никогда не были. Сейчас посмотрим. Мы здесь были похожи. Нет, мы здесь не были, София. Я такого не видела еще. Какой огромный дракон. Конечно, можно. Они мягкие игрушки. И это большущая мягкая игрушка. Вообще фантастика. Какой ослик симпатичный. Да, это розочка из мультика «Тролли». Какая ты красивая и пушистая. Пойдем. А это домик Маши. Вот это да, необычно. Я думаю, что нет, наверное, закрыто. Какая Маша здесь симпатичная, глянь. А здесь Мишка, и у него целое ведро рыбы. Привет, Мишка! Здесь, наверное, можно. Я даже не знаю. Ну-ка наступи, смотри. Наступаешь, и получаются разные узоры. Ну-ка наступай. Видишь, там какая-то жидкость необычно сделана. Прикольный Мишка, правда? Такой большой. Папа, кто это? Это король Джулиан! Это король Джулиан, точно, из мультика «Мадагаскар». Это называется кошачий лемур, друзья, кто не знает. Вот такие они симпатичные, у них такие хвостики полосатые. I like it moving, moving, she like it moving, moving. I like it moving, moving, she like it moving. Или Мишки домик? А, точно! Это же домик Мишки. Его так сделали интересно, как игровую детскую площадку. Даже почтовый ящик есть. Ну-ка, давай посмотрим. И правда, так темно. А здесь есть такая игрушечка. Да, это рарити. Наверное, кто-то ее забыл, Софий. Пойдем, пойдем. Смотри, это замок Барби. Смотри, Софиюшка, видишь? Наверное, Дримтопия. Точно, да, я угадала. Мамочка, иди ко мне, давай. Иди скорее, давай, давай, бежим, бежим. Смотри. Ну-ка, давай. Это мир My Little Pony. Да, мы попали, друзья, в мир My Little Pony. Радуга, смотри, Софиюшка, видишь, она светится. А здесь Пинки Пай Шалунья и Эпплджек, красавица. А это мир My Little Pony Equestria Girls. Есть вот такое волшебное зеркало. Красивое. А вот они все девчонки. А здесь маленькая Пинки. Софиюшка, у нас с тобой такая есть. Красотка, правда? Только у нее ножка отвалилась. А сейчас мы заходим в замок Бель. Как здорово! Видишь, это зал, где они с чудовищем танцевали. Необычно, правда, сделали? 3D. А люстра, Софиюшка, посмотри, какая красивая. Папа пригласил на танец Софию. Она, конечно, не умеет у нас танцевать. Ну-ка. Чудовище. Папуль, ты красавчик.
А вот набор. Мы такой набор себе заказали. Очень красивый. Мне он понравился. Это новинка 2017 года. И он скоро к нам придет, София. Для нашей Белль и чудовища. О, Макформерс. Такую башню здесь соорудили. Все, зависли. Папа, Софишка, может быть, дальше пойдем? Да. Смотри, это мир Томас. Томас и его друзья. Я думаю, что он не едет. Нет, Софишка, это муляж. Это робомедуза. Так плавает, как настоящая. Здорово. Давай аккуратненько закроем. Вот так. А здесь целый стенд с Hot Wheels. Вот такой трек большой и огромная машинка. А это целая коллекция, наверное, Hot Wheels. Какая-нибудь редкая или необычная. Столько разных машинок здесь. А это новые, смотри, я видела такие. Это крокодил и какой-то дракон, наверное. Они ездят на радиоуправлении. А что это такое интересное? Это у вас? Волшебные стикеры. Правда? Берем фольгу. Обязательно, посмотрим, чтобы ярким было вверх. Ой. Давай, золотистый, вот такой. Яркой стороной наверх, помнишь? Вот, да, вот так. Рекламу. Вот. И пальчиками прижимай. Тык-т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 ык. Снимай. И что получится? Оп, вот здесь ты чуть-чуть не доклеил, и прямо вот так можно. Оп, и приложишь. И что получится? Оп. Здорово как! Теперь вот молодец! А я здесь увидела огромного Бамблби! Обожаем трансформеров! И мы ходили в музей восстания машин и на них смотрели. Красавчик какой, правда? О, Софи! И это же корабль из «Звездных воинов». А здесь сидит R2-D2. И можно залезть и посидеть. Да, это муляж. Нет, он не летает, конечно. Залезай. И здесь есть вот такое сиденье, можно сесть и почувствовать себя настоящим пилотом космического корабля. Залезай, Софь. Ну что, страшно было? А что плакала? Плакса маленькая. Софишка думала, что этот корабль улетит. Потому что он очень сделан реалистично. Какой интересный снежок. Сейчас посмотрим, что будет. Нам насыпали на ручку. О, здорово как! Добавили водички, и получился вот такой снежок. Здорово! Мы здесь с Софией нашли вот такого лешего. Наверное, леший, Софи. Очень похож. Фильм есть «Властелин колец». Там такие деревья были, ходили огроменные, которые побеждали орков, сражались против них. Точно, наверное, это он. Нет, Софиюшка, он не настоящий. Побежали, красотка моя? Да, я там видела батут Немо. Мы заходили в торговый центр и видели огромный батут акула. Пасть акулы из мультика Немо. Пойдем. Побежали скорее, уже не терпится попрыгать. Пойдем быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Побежали, а меня забыли. Сейчас будем громко. София, что ты делаешь, а? Ну ты хулиганка, вообще. Папу ждем, пока он нам деньги снимает. Аккуратно. Ты что, стукнешься? Софь. Наконец-то мы зашли. Заходим сейчас в пасть к акуле. Поймаю сейчас. Давай я буду акулой и буду вас ловить. Давай. Давай, ты будешь маленьким Немо. Догоню сейчас. Догоню. Догоню, съем сейчас. Где? Поймаю. Раз, два, три. Немо, догони. Где она? Вот она. Иди сюда, иди, маленькая проказница. Сейчас, 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 сейчас поймаю. Так, обойдем с другой стороны. Та-дам! Помогай, помогай мальчику, умничка. Всегда маленьким деткам Софийка помогает. Молодец. Давай. А то мальчика оставили здесь одного, а он даже покататься с горки никак не может. Мы здесь нашли вот такого большого медведя. Какой он огромный. Софийка.
Друзья, кто видел медведя больше, пишите, потому что я точно не видела. Красавчик! Он как горка, Софь, можно скатываться с него, видишь? Да, какой дом нужен для этого мишки. Ребята, всем пока! Не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока! Пока! Коко Мишко и Коко Софишко. До встречи!